На Ямале продлевают режим ограничения количества авиарейсов в города и поселки округа, а также за его пределы. Такое решение принято оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции. Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Они распространяются на все межрегиональные и межмуниципальные рейсы, которые осуществляет авиакомпания «Ямал». Будут выполняться рейсы Салехард-Тюмень и обратно 4 рейса в неделю – понедельник, среда, пятница, воскресенье. Салехард-Москва и обратно – 3 рейса в неделю – вторник, четверг, суббота. Максимальная загрузка каждого самолета составляет 50%. Это необходимо, чтобы пассажиры могли рассредоточиться по салону и таким образом соблюдать социальную дистанцию. Деньги за билеты на отмененные рейсы будут возвращены без штрафных санкций. Также сохраняется измененное расписание железнодорожного транспорта. Отменяется отправление поезда номер 209-210 Москва-Лабытнанги из Москвы с 29 мая до 24 сентября. Из Лабытнанги с 1 июня по 27 сентября. В дальнейшем возможна корректировка перевозок на этом направлении. Вместе с тем фирменный поезд 21-22 Лабытнанги-Москва будет курсировать, как и прежде, два раза в неделю. Кроме того, с 23 апреля все пассажиры при оформлении проездного документа в кассах или на сайте общества должны указывать свои контактные данные. Куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.